Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Византию в Sid Meier's Civilization 6. Сетевая битва на восьмерых человек. Проверяем, действительно ли Византия так крута, как я рассказывал о ней в рейтинге цивилизаций. Кстати, ссылка в прикрепленном комментарии. Как и ссылка на первую серию, всегда лучше смотреть с самого начала. Это на тот случай, если вы случайно наткнулись на это видео. А спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Большое спасибо им за поддержку, а вам всем, любимые зрители, приятного продолжения просмотра. Да, кстати, если вы не помните, то тут запрещено, если мы с вами в союзе, и вы мне блочите проход, это тут запрещено. Да, да. Мой бессмертный просто идет домой. Не, ну я на всякий случай. Фига ты высрал, простите за грубость. Сколько тебе вход тратит юнита? Есть информация такая? Ну есть, если он наведет на золото. 60. Ну, в смысле, не жалко им поделиться такой информацией. Что-то я не вижу, чтобы тут плюс 10 у меня было. О, наконец-то, монгол. Блин, что-то я у своих юнитов не вижу плюс 10 к мощи. От чего ты хочешь плюс 10 к мощи? От православия? Да. А, понял. Потому что Венеция. Да, Венеция тоже православие. Понял, понял. Мне надо было с другой стороны тебе плыть. Нафиг я тут такой круг сделал. И там вся основная армия была. Я сейчас притягиваю было. Находится. Конечно, оставил тут на всякий случай для дефа немного чуваков. А там бы ты вообще не зашел, скорее всего. А следующим ходом Венеция падает. Возможно, стоило и юниты поубивать. Нет, да, а может, я тебе так и сделаю, чтобы типа распространилась религия. Что собрался делать? Да, Валет, ты бы сейчас очень в тему была. А она есть? Нет, я просто... Кира, так чисто я... Не знаю, захочешь, не примешь, не примешь. Если переживу, отдам. Если жалко, можешь не давать. Чё, как делишки у вас? А это кто? Это... Добрый день. Японец, по-моему. Жажа, что ли? Минус Америка уже. То есть нас шестеро осталось. Возможно, минус я. А что ты прибедняешься мне? Тут еще 10 ходов выплывать из этого. А как блин. Это Америку снесли? Там же что-то должны были... Монгол? Монгол? Никого не чинит. Тебе, Рим, надо корабли поставить. Хотя бы парочку, раз... чтобы сбивать их тут. Я поставил, поставил корабли. Один уже есть, один летит. Не, не убивается. Ладно, надо захватывать. Ну ладно, не буду мешать тогда. Минус 3. А, тут уже плюс. Так, отлично. Отлично. Очень интересно. А, точно, слушай, а Кардифф это ведь город, который стал... А, блин. Тут послы. Так, короче, надо, вы должны им войну объявить. Войну объявить, Дарвилл, да. И Смоук. Чё, кого, что?
Кардиффу войну объявить. Расскажите, зачем? Я не очень... Мне тоже интересно. Потому что это глюк с этими варварскими кланами. Кардифф — город, который превратился из варварского клана. Я его захватил, но послы там остались, что у Дарвила, что у Перса. И как бы я... Город захвачен, а он все равно бонусы дает. Объявляя войну, соответственно, они убирают послов. Разве при объявлении волны, войны все послы убираются? Да. Да. Я думал, они просто приостанавливаются. Или это когда сама ГГшка тебе войну объявляет, то они приостанавливаются? Они приостанавливаются, если союзник ГГшки тебе войну объявляет. Mm. Понимаешь? То есть, сама по себе ГГшка войну объявить не может в принципе. Я про это и говорил, да, что кто-то... Если он союзник, да, объявляется война, да. А там за Венецией и Кардиффом еще какие-нибудь ГГшки есть? Я вон Наску вижу. Мне просто, Лёш, нужен был. Блин, неужели не хватит? А какая же ублюдочная карта? Простите за мой французский. Блин. Погода неудобна. Одного очка не хватило до золотого века. А я опять нормально. Я нашел чудо природы, мне хватило. Не, я вообще прям поздно сообразил, как можно выйти. Так, я бы строительную инженерию пока отложил. Возможно, в Константинополе театралку. Сколько там мне надо? 16, по-моему, да, 4 хода. Блин, из темного в обычный, это просто провал. Две полевых пушки. Ну, надо апать. Перс, ты же сказал, мешать не будешь. Ты встал и мешаешь пройти. А, это у меня просто стоит путь, типа, на базе. Так. Он сам по-идиотскому начал обходить. К оружию. Я буду контролировать его уже. Давайте к оружию. Храмы, блин, тут бы амбар. Давайте сначала амбар. Город еще рос. Не, ну ты походу отбился. Просто нарял пройти. Ну, стены. Стены помогли, да? Да, насрать на стены. Тут просто прохода к нему по земле. Не сри на стены. Некрасиво. Это его стены. Как... А ты голубь, да? Я себя считаю голубем. Это как его психологическое воздействие. Опять тут у Амера просто места под кампусы. Плюс 6, плюс 7. Господи, чтоб я так жил. Ой, тут... Так ты теперь там и живешь, в принципе, кстати. Да, так у меня ни универов, ничего нет. Рим, предложение. А если денежку дашь еще, я сприму. Ну, давай, Конг. А я, блин, я отменил. Все равно минус 3, да что такое? Мне одному кажется, что Рим как-то очень нагло себя ведет. В смысле, как нагло? Ну, там деньги просят и прочее. Ну, хрена себе. Тут я обнаглел, да? А, ну это прям... ты это, я очень много скинул? Это, контрпредложение, соточку можешь скинуть? Я ее верну в любом случае, если не сдохнул. Это я не просто так беру тебе деньги. Держи. У всех кредитов набрал, я не сдох, но в итоге, короче, вот не сможем, скажем, ну, пацаны. Ну, это лучше. Пацаны, сорян, я сдох. Меня здесь нет. Слышишь, монгол, если там Риму деньги кидают, ну, давай я тоже тебе кину, помогу. Да мне деньги-то не нужны.
А ему деньги не особо-то и помогут, на самом деле. За шкирку меня вытяни вот здесь по воде. Так, ну... Отстаем от перса по развитию, конечно. Перс уже... Классно, все торговые пути, которые могу пронести, они идут через твою армаду. В что ли, или в радио? Кончифлык. Сам такой. Ну а как их еще назвать? Слышь, ты меня почти беспалевно убиваешь юнитов. Почему беспалевно? Ну потому что я... Так это, перс, ты мне когда уголь продавать будешь? Ну... Через три хода? Союз, да, и пожалуйста. Весь к твоему суду. Если ты не успеваешь, мы же можем на счет. Это хз, просто ты не прожил. Не, давай Египет не будем. Начинается. Да я не буду нападать, но какой-то бессмысленный союз я ничего вообще не получаю. Какой? Я же тебе кидаю. Мне некуда, некуда шпионы посылать, получается. Блин, а ко мне ты посмотри на мои статы. Ты ко мне шпион будешь посылать? Ну а куда мне посылать? Просто кому мне посылать? У тебя корпус кирасиров или что? Почему 88? А, да. Блин, ну нормальный научный союз был. Блин, какая-то такое? Просто высадка в Нормандию, знаешь, смотришь, там все убирают по пути вот это вот. Никто дойти не может. И тебе мало, да? Давайте сначала. А я не знаю, как мне корпус кирасиров выбивать-то. Это он еще без генерала. И а он один у тебя или нет? Так, давайте уже. Ё-моё, я еще вторых вижу. Отправлять подожди, караваны. Подходят. Че я сделал? Господи Иисусе. Перс, а где у тебя столица? Вот там, где Анкарват стоит? От... Да, да. Кир, предложение. Рим, это в золотом? А? Я нет, я в темном. Ты еще и в темном. Угу. Так, возможно, у меня даже города отваливаться не будут, если я их смогу захватить. Так, тут у нас чисто после выжженной земли. Нам надо 7... Ну, театралку надо, да? Кир, там приложение видел, нет? Что здесь у нас? Тут уже просто прямой наводкой. Я в нефть иду, а потом в двигатель ВС надо будет. Шо, опять? Ну, я тебе предлагаю ресурс. Ты знаете, да, что в двигателе ВС, если у тебя вообще нефть есть, извини, вообще, она же может не быть. А контр сможешь кинуть? Какой тебя устраивает? Я могу только ресурсы на ресурсы поменять. А, я меркантилизм открыл? Открыл, тогда надо рабочего. Это я Византию встретил. Не знаю. Фартан. 200 голды даже не сможешь кирдать. Говно вопрос, давай меняться. На тебе ресурсы на ресурсы. Где-то у монгола ты меня встретил. Ну, да, 200, да, 200. Ну ты вроде и так отбился, зачем тебе еще голда? Кого? У него тут кирасиры, корпусы приехали с 88, у меня город 48. О, голландец, а ты мне уголь продашь? Штраф 50%. Они ваншотят моих юнитов просто. Если ты на перса пойдешь, я тебе бесплатно дам уголь. Нет, я на перса не пойду. Давай 200 там столько, сколько сможешь унести, дам угля. Просто перс у нас впереди науки все, и как бы его... Ладно, мы с монголом на другом континенте, но вы прям спокойно на это смотрите. Ну как спокойно смотрит? Тут как бы... Я нервничаю. Нервничать мало. Так, тут уже все-таки в плюс пошло в Кардиффе. Нервничаю тут я, если честно. Не души его, он же ребенок. Ребенок? Да, отстань от этого кирасира. Посмотри, я его пол игры качал. Он третий уровень. Убери руки от него. Прошу прощения, меня обязывает честь. Я его так, воспитывал следующий... в шлючке, понимаешь, с маленького такого. 13 жителей, ну, центр коммерции надо. Там Кир вроде... А, ты скидывал. Наверное, все-таки сюда поставил. Я понимаю, что здесь больше было бы соседства, но...
Но. Так, продолжаем. Вот как мне от этого бить бедолагу на 88, я вообще не представляю. Я понимаю, что в лян было бы дополнительно, но... Опять же, но... Ну, слушай, Амстердам, но... по 30 голды к тебе в караванчик. Дай бог здоровья твоим ЦК и Каване. Венеция все отстроено. Вот ну, хоть центр коммерции есть. Ты, ну, 29,1. От кого? От меня. Конкретно. Это кампус на плюс 4. Как его там, блин, забыл. Ну, короче, вот это мемное. Вспомнишь, скажешь. Строитель. Монгол? Мемный монгол? Подожди, перс? Какой перс? Монгол, да. Караваны, говорю, к тебе по 30 голды со столицы идут. Ну, я старался. А, кстати, видимость у тебя совершенно секретная. Ты зачем все рассказываешь, а? Так это ты ко мне караваны пускаешь, поэтому видимость такая. Ну, тоже верно. Ты зачем караванам что-то рассказываешь? Ну, ты же... Ты же не передумаешь и не разобрался. Ты смеешься, что ли? Ты вообще... Блин, я бы тебе стрим показал, но потом... Может, мне здесь покажу, военный лагерь поставить? Мало ли. Вот помнишь, где Америка? Да. Ставь еще два таких же расстояния. Вот сейчас я там воюю. Плюс 6 счастья. Плюс самое 4, время Голландия 4, напасть 4, на него, 5. В принципе, и отвоевать часть его так, этой кстати... территории. А у него территория неинтересная, невкусная совершенно. Ну, там кампусы у этого... У этого Америки. Америки. Не идти, как до Китая. А какая разница, просто объявляй войну, все, что было, все во-первых, хорошо. Во-первых, у нас с ним союз изначально, я же, блин, нет. Блин, я так сказать, тылы прикрыл. Ну, я не хочу сверсом, мне надо захватывать Египет, чтобы ну, чем не выбирать? Конечно, ну, да. Усиливаться. Причем к нему-то мне идти было проще, чем к американцу. Он-то причем Египет, этих, как скажи, на равнинах находился. Египет танками, чтобы вопросы в танки, мне надо посылать караваны к персу. Вот, японские города. Все, слава богу. Нашлись. Леша, мы же с тобой next ходом продлеваем союз, да? Да, да. Голландия, мы продлим с тобой союз? А кто говорит? Это Египет. Конечно, ну зачем мне с тобой воевать? Ну, прям экономически. Ну, я бы хотел научить, но я все равно не могу до тебя пока ничего кидать. Сотня меня... науки, а ты не доплыл конечно... до меня, что ли? О, тут все, да? Я до тебя не доплыл, да, у меня варвары всех убили. Не, ну давай научный, а ты плыви вот за моей галерой. О! Это и в смысле. А вот у нас головы. Тут уголь вообще-то. А ты, ну, достаешь вот до там меня? Чьи-то города, да, там, я видимо, достаю. Египта. Ты метку поставь на ближайший город? Сейчас я броненосец построю, сплаваю. Католицизм? Вот. Кто там католицизм? А чей-то католицизм вообще? А, перс сам основал религию зачем-то. Прямо от Амстердам по диагонали. Ну это, видимо, он захватил города японца, там были священные места, у него просто набилось он так, типа, по остаточному принципу. Плюс 6, театралка. По-моему, красиво. Я понимаю, что можно было здесь, например, эту театралку... А, нет, ни для какого города не оставить. Нет, тогда не надо. Театралка мне должна ускорить строительную инженерию, потому что давайте считать. Священное место 1, кампус 2, правительственная площадь 3, коммерческий район 4. Может, завязывать уже воевать? Так, я сбился. Еще раз давайте глянем. Ну, знаешь, на самом деле, ты мне убил генерала, священное место. 2, 3, 4, 5. Это не центр коммерции 6. А, который сейчас. А не тот, который сейчас вот я убил, другой. А, который с этим был. Вот здесь вот стоял на мигранте. 6 театралка 7. Все. Да. Это будет ускорение. Что я боюсь вообще за то, что где-то так. Так, дальше мне надо. А что боится? Ты мне почти половину войск выбил. Археологический музей, наверное. У меня такое чувство, что ты где-то, знаешь, ведешь вторую половину с Нью-Йорка. Для ускорения
Ну, археолог, то есть мне надо выходить вот сюда. Поэтому пойду-ка я туда. А мне, кстати, астрономию надо открыть. За один ход. Ну, сначала нефть откроем, чтобы я по счету не надо? В общем, если надо, нету нефти, то как бы я с танками ну, все. Типа, я еще а, я замечаю. Хотя они не, не требуют, мои танки не будут требовать нефти вход, но мне нефть нужна для создания танков. Подожди, 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 во-первых, не ты считаешь, а кто-то другой. Это так интересно, конечно, играть. Хорошо. Так, все, давай, на счет три. Кто-нибудь посчитайте, пожалуйста. Я посчитаю сейчас. Раз, два, три. Так, что мы туда поставим? Дайте, может, бонусы соседства промышленной зоны. Там, по-моему, намапать ничего не надо. А здесь... Республиканское наследие нафиг надо. Голландец. Ох, союзник, дайте учетные банки. Ты научный хочешь, да? Так. Да, научный. Дальше. После переработки открываем астрономию. Здесь строительная инженерия открылась. Ты точно хочешь? Ну, мобилизация мне пока не нужна. Давайте в естественную историю. Слушай, прям сразу пойдем. Мне археолог точно нужен будет. Просто я, ну, я не знаю, возьмешь что ли здесь ты амфитеатр? Этот? Может, даже возьмешь, в принципе. Мне бы твою уверенность. Еще 4 хода до 13 жителей. Хорошо, хоть я тебя заранее закончил. Ой, увидел, мне еще люди помогли. Это так бы сейчас уже давно поехал почивать. Самое смешное, что в итоге чел просто на... Так, на... подожди, листа науки. Перса, что-то я ну... в этом заманчивом предложении угля не увидел. Давай-ка вот так. А, ну... Интересный такой. Я бы тебе потом кинул. Ну я тебе кинул ответку. Ага, я принял. Я бы, кстати, танками вот отсюда доубил. Кстати, да, у этого тут 300 науки почти у перса. Тож, может, хотя он мне помогал, я не должен на него ничего плохого говорить, в принципе. Но страшно. Я всем помогал. Меня в обиде только Япония, наверное. Но кто ее мнение будет учитывать? Она умерла уже. Вообще можно в Кардифф, наверное, и в Брюссель поотправлять. Я, правда, сейчас уже поменял, да? Ну, откроем колониализм, тогда поотправляем. А я вижу, пушка вон какая-то едет. Че, по счету? Вообще, эти священные места бы стоило... Ну, я просто спрашиваю, так же по счету? В Адрианополе священное место бы... Раз, два, три. Хищение шедевра. Блин. Давайте хищение шедевра прокачаем. Пойдем. Да, давай. Вообще города не видно. Ну, продолжу воровать. Слушайте, а может мне в Египет? Так я ж, да, в Египет. Шедет. Блин, походу захватишь, что ли? Да ну не. Завязывай. Монголия сделка. Вот почему нету карточки на атаку, на которой хилиться только на своей территории можно? А, во, нефть. Е-е-е, ребята. И у меня сразу еще нефть капает. Так, зашибись. Ну, астрономию мне надо открыть, а потом мы, собственно, в двигатель ВС. И все, хана. Так, это сколько ходов получается? 6. Ну, тут ускорим. Ну, предположим, 8. Извините. 8 ходов.
Мне за 8 ходов надо как-то артефакт добыть, точнее даже побыстрее, и собрать все мои корпуса. Здесь. О, Магадиша. Ну, давайте, наверное, банки строить. Дамбу еще, конечно, тут хочется. А, ну давайте дамбу. Вот здесь, и у нас будет соседство, вот сюда промышленная зона встанет. Можешь глянуть предложение? О, я тут оказался одним конем, еще бы не походил. Ну и где здесь центр коммерции? Сюда, видимо. Такой хороший город, хотя там хреновый, но... Зачем? Ладно, давайте уберем там... Давайте пока водяную мельницу. Египет, можешь предложение глянуть, пожалуйста? Пипец, что у тебя там за торги идут? Ну, дефать город хочется. Мне уже, знаешь, хочется закончить эту войну и посмотреть, как ты с долгами рассчитываешься. А он хоть записывает? Я думаю, никто даже не помнит, кому он что должен. А я... Нет, почему? Киру где-то должен 600-700. А, кстати, а нафига тебе реально этот Рим? Там же ты ж не можешь города его удержать. А считать мы не будем на счет 3? Ты сразу решил поатаковать? У меня поэтому был. Давай, считай. Ну, не я считаю, а кто-то другой считает, конечно. Раз, два, три. Черт. Так, естественно, история 2 хода. Археологический уже построен. Ну, тут, походу... Так, еще вот эту клетку надо бы Адрианополю отдать. Что, дети делать, что ли? Проекты? Мне бомбарды, вот мне это реально все ничего не надо. Поэтому давайте... Еще пингалу, конечно, прокачать. Да, видите, тут плюс 3, но я сюда ставлю. Ну, там просто клетка ненужная. Я понимаю, что я трачу деньги, но это последние, я их трачу, чтобы центры коммерции поставить, которые будут давать мне деньги. Так, это мы сохраним на лечение юнитов. Красивые пасаргады. О, так, первый посол можно поставить. Ой, блин. Скажешь, как будешь готов. Кардиф, я же захватил. Да, черт. Просто потрачено 2 посла. Никуда. Извините, я забыл просто.
Ну это вот тупой глюк, глюк, конечно. Я сейчас готов. Я нет, нет, нет. Сейчас тут минуту можно подождать, пожалуйста. Да, да, скажешь. Он тут собирается. Но я буду отсюда атаковать, естественно. Там сильно отваливается Венеция. 0,6. Когда будешь готов, а то пока нет, не там. Да-да-да, я тоже. Тут. Так, рынок. Мастерская, фабрику или банк? В принципе, так, готов. Банк, наверное. Считай. Кто-нибудь посчитайте, пожалуйста. Раз, два, три. Так, в столице, по-моему, все клетки уже обработаны. Рима, ты чё, против монгола конниками воевал, что ли? А? Против монгола, говорю, конниками воевал, что ли? Нет, мушкетеры и пикинировщики, которые стрельцы пикинеры. Просто сейчас я делал корпус кирасиров, да. А, нормально. Я уж испугался, что не забыл. Давайте пока потырим. А потом надо будет проиллюстрировать почту. Я понял уже это, и вот сейчас хз. Ответное предложение, Рим. Рим? Я что-то предлагал? Да. А, это... Ой, а что-то я продешевел, даже не посмотрел, блин. Ладно, уже поздно. Ну, я тебе могу больше дать, не волнуйся. Хорошо, спасибо. Какая интересная Пангея. Какая интересная Монголия, я бы сказал. Да что вы к Монголии приезжаете? То есть это получается Рим внизу, а вот сверху она таким крюком уходит туда, к Монголии? Я тогда далеко не плавал. Так, давайте сразу в Константинополе, значит, археолога. В Адрианополе торговца. Так, тут бы я поменял опять на плюс 2 влияние. Скажешь, как готов будешь? Да, да, конечно. Еще не готов пока, да. Пока тоже в городе построю. 3. Ну это биржа. У меня ничего на этой... У меня кроме вот только вот эти, Ватикан. Так что оставляем пока послов, никуда не посылаем. Не спешу с нефтью, просто потому что у меня она уже есть. Хотя там можно выкупить клетку. Клетка-то приятная. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмой вон бежит. Отлично. Может, мы начнем уже... А, я ж не открыл, да. Я не открыл еще. То есть нам в мобилизацию надо 6 ходов.
Смотри, город сейчас от лояльности отвалится, можешь его перебивать. Там сколько ходов? Подожди, это какой сколько? Город? А, ну, мы если будем его перебивать постоянно, у него уровень будет падать каждый раз. Ну, на самом деле, тут надо вот сюда вот... переключаться. Когда я тебя уничтожу, потом захочу. Давайте, наверное, рабочего. Надо ромашку осталось делать. Осталось тут 3 юнита, я вроде море перекрыл. А, блин, я как и не заметил-то. Ой, бедолаги. Пока вот так сделаем. А, это типа байт был? Фига, как ты. В Антиохии... А, так у меня сейчас будут стены. Я же встали в арене. Чтобы осадную тактику ускорить, что надо? Ну, там просто написано две бомбарды. Так, все? Мы еще не родились, да? 2-3 бушета. Видимо, не делю. Посчитайте? Эй, что? Нет, ну я могу походить еще. Эй, ходи, я драться не буду в этом ходу. А, все. На счет? Тогда и пушкой не стреляй по моему фрегату, если на счет. А, давай, раз. Эй, посчитайте. Давай. Раз, два, три. Давайте, наверное, не все-таки куплю и обработаю. Ну, хорошая клетка просто. Жирная. А, я дурак. Деремся, а персон нас смотрит и похихикивает. Ну так прекращайте драться. Ну, я бы с удовольствием. Смысла нет, если я много потратил, я не хочу что-то забрать у тебя. Ну а ты же понимаешь, что ты все равно не удержишь эти города, скорее всего. Нет, если я этот город выбью, то этот уже не будет отваливаться. Ну, в смысле... Тебя это... твой город отваливался по лояльности. Мой не отваливался. А, ну это про это, да, было дело. Рим предложение. Угу. У Голландии есть алюминий, у перса нету. Монгол, там реально улетает на 450 по науке. Даже если ты захватишь мои города, у тебя их заберут Византия либо Кир. Как нифиг делать. Смысла в этой войне не вижу. Византия на меня не пойдет. Если он пойдет на меня, то это точно улетит на Кире. А Кир здесь за горами. Тоже по счету, пожалуйста. Голландец скинул тебе предложение, посмотри там в начале хода. Скажешь, как будешь готов. Угу. Фига тут кампусы, конечно, у Кира. Да, приятные. Поэтому я тут сижу так спокойно. Прям не то, что приятно, я бы сказал. Ну, я готов. Кто-нибудь посчитает? Посчитать? Раз, пожалуйста. Два, три. Чё-то я не понял. А я не так сделал. Вот дебил. А зачем ты город у меня хочешь забрать? Я?
Лёша. Я тебе город кинул? Да, Харлем. Да ну, тупо, я уголь кидал, ну, отмени. Нет, ты кинул уголь, трюфели и Харлем город. Это, ну, я точно и так не кидал. Ну, я сейчас тебе могу скинуть принтскрин сейчас в Дискорд. Блин, Ости, ты сможешь взять какой-то? Есть 90 у тебя? И yeah, три хода до танков, короче. 90 так. По атаке есть у кого-нибудь? Ну, мне надо... Торговая республика, я 2 хода. Я убрал Харлем. Я не понимаю, почему город в осаду не становится. Ну, мне надо... Потому что там раньше... сидит ладно, Виктор мы... с прокачкой на то, чтобы город в осаду. Сменим, видимо, содержание юнитов. Я понял, что ты хочешь в осаду забрать. Такой, не в этот раз. Ну, это 46. Понял, принял. Там меньше будет. Мне надо мобилизацию открывать в любом случае, армию. То есть мне надо сейчас поставить карточку на снижение стоимости. 84. Ну, это всего минус 11. Ладно. Типа ты пушкой сейчас только колопать будешь двумя. Не, слушай, голландец, деньги мне самому нужны. Вот так я тебе предлагал. Ну ладно, хорошо. Что там у тебя? У тебя этого угля там капает. А ничего, тут не улучшаем. Не капает, все мое, как говорится. Так, а у нас с тобой разная вера? Могол. Веры. Ты защитника веры хочешь, что ли? Да нафиг не защитник веры. Нет, нет, нет. Ты скажи мне, у тебя вера есть какая-нибудь? Ну, какая-то есть. А, отлично. Если не Лёша, значит хорошо. Если Лёша, ты бы уже развалился. Это ж плюс 10 еще. Нет. Блин, крестовый поход не у меня. Там не про крестовый проход, там про этот... Ты ж 10 получил за этот... А, да-да-да. Точно. У нас 3 научные ГГшки или еще где-то есть? Что-то можно чуть-чуть таймер поднять? Не успеваю уже третий ход. Согласен, кстати. Ну, на сколько? 3.30 или 4? Ну, до 4, наверное. А сейчас у нас 3? Не... Да. Давай, да, 4, наверное. О, создают фабрику и мастерскую. И у фабрик плюс 2. Леш, помнишь, мандарины обменялся, ты сказал, докинешь? Чего? Ну, я мандарины на 4 секунды да. Ты сказал, докинешь, понял. Там просто апельсины. Ой, а я уже походил. А, блин, прости. Ну, ходи, все, мне больше нечем походить, я уже стрельнул. Клетки не выкупаем пока. Вот эту мы поведем сюда, на промышленную зону. Тут один ход еще. Можно что-то поделать. И акведук тут уже бессмысленно. А, знаете, просто отложим. Давайте, наверное, куплю сразу эту клетку. Он тут одинаково будет, что в Салониках 115, что в Никомедии 115. Так, зоопарк. Ну, видимо, пригороды мне тут не нужны. Давайте гранты. Почему у тебя кирасиров 103? 103! Защищенные кирасиры. Я вообще в офиге. Блин, что сюда пошел? Мне ж тут надо убирать все. Может, все-таки завяжем с ТВ-ной? Ну серьезно, уже довольство в офиге.
типа, не знаю, сколько тебе ходов еще брать Остию, учитывая, что ты ее в осаду взять не можешь, тут пехотинцы 90 стоят. Через 3 хода танки. Так. А у танка на 20 боевая мощь выше, чем у кирасира. Дефолтные. О, это за зоопарк на ага. Дали кирасира. А, ну я его, кстати, тут буду держать, чтоб против... Я не знаю, что сказать просто. Как-то так. Да нет, блин, карта не очень крутая. Я бы лучше на Кира шел. Там у тебя только один город, 2 города на побережье, да? Всё, пора там просто к нему не пройти. Переиллюстрировать почту. А ты мне что-то говорил? Кто-то... Я говорю, я бы на Кира пошел и на тебя, но на него вообще не пройти. Там столько гор, что ты просто не представляешь. А. Как бы я рад такое слышать, но и все же не рад. Театралка. Театралка или священная? Я даже театралка не или священка? На самом деле. Блин, потому давайте я священку отъехать. Здесь поставлю. Конечно, крутая очень клетка, но у меня священки на речную богиню, которая плюс 2 довольства и говорю. Этих. О, прекрасная идея. У меня так что... В цеве. Вот так. Конечно, как рейди будешь. 30 ну что, сейчас апаем. Может, сейчас посмотрим, сколько будет стоить, конечно. Ну, я как минимум 2 танка, я думаю, сделаю корпусов. Я сразу следующим ходом поеду к Египту. Ну, как только не просто так, когда ты начнешь апаться в танке, тогда отдам, потому что тут ты обманываешь меня. Тебе скрин скинуть? Да нет, просто подождем 3 хода, и все. Подожди. Может, Кир сейчас... Если он апается в танке, зачем ему держать армию просто так? Он, наверное, поедет. Ну, ему тут сложновато, наверное, дальше будет проехать. Ну, не знаю, типа, ну... Может, я думаю, Кир захочет все-таки объявить ему войну, у них союз закончится. 265. Потому что смысла ему под боком держать такого сильного типа не вижу. Че, все? Или ты уже походил? Так, ну, я а ты еще тогда пошел просто. Я отступаю, я ж не держусь. Так я убить мог твоего этого. Уровня. Не мог. Мог? Бомбарду мог. Так, мне надо... Петлем под генералом. 180. Ну, у меня бомбарда под генералом. Конечно. Бомбарда не под генералом. Они все под генералом, у него ж вокруг радиус. А, ну нет, мне показывало, что у него ХП мало, короче, типа я его добивал бы этим кирасирами. Голландия, вот такое предложение. Надеюсь, там без городов. Так, ладно, давай, да, я тебе дам тебе 2 города. Так можно делать по правилам, что если мы договорились, я ему 2 города ну, даю? Ну, в войне, да. Ну, это типа, как контракция. Да, 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 окей. Какие там города, подскажи название? Остия и Путиолы. А, Путиолы не могу, они уже твои. Ну да. Да ведь? Ну, мы сходимся на это. Ну, в смысле, типа, у меня его нету в этом, вот. Блин, зачем тебе монгол, не понимаю, Остию и Путиол, не могу понять. Мне нужно апаться на каких-то городах. Я очень далеко нахожусь оттуда. Понял. Так, все. И давай сразу дружбу хотя бы на 15 ходов, чтобы войну ты мне не объявил. Блин, ты чё не вырос-то город? Это уже другая проблема. Чё за хрень? Еще ждем один ход. Я дружбу пока не могу объявить, почему. А ты через сколько после мира можешь на меня вдруг напасть? Я так уточню на всякий случай. 10 8. Ходов. 8? А не 8. 8 же. Ну, посмотри, объявить войну. Вы можете открыть, объявить войну оба. Там будет написано. Объявить на гру... Не пишет. Да не, ну, за, объявить войну, наведи просто мышку туда на объявить войну, и будет написано. Лёш, союз кинул.
Вот очень интересно работает система с военной мощью. У меня как бы 1000, но по факту 3 кирасира, корпусы. Ну а давайте банк посмотрим, а то я потрачу просто ход. А это надо смотреть видосы Лёши, он там все объясняет, почему это так происходит. Да? Конечно. Я смотрю, но видимо не то, что надо. Видимо не то, что надо. Так, тут мы... Так, тут я походил, отойду чайку сделать. Давайте еще, так, наверное, рабочего. Алексей, вы дадите мне право прохода? Да. Ой. Блин, у Византии похожий цвет с Римом. Я увидел византийского воина, и у меня сразу был вопрос, а что тут делает Рим у меня? Ответное предложение, монгол. Я не знаю, типа у меня и так дофига счастья на самом деле, но я... Почему бы мне не дать мне? Монгол, у меня тоже там предложение было. Я видел. Блин, что-то как-то не так. Что-то я не тут. Все у всех принял. Ну, монгол хочет напасть на перса. Поэтому я думаю, мне не надо ему мешать. Так, у меня еще плюс 10, 5 ходов. За это время надо забрать города Египта. Так, у кого я сейчас занимал, кто помнит? Да-да-да, у тебя сейчас Кирс. Интересный поезд будет. Киру 600 занимал, да. И у кого-то еще, по-моему, 200, или у Лёши, или у кого-то... Или у Египта 100, или мы пенялись с тобой, я не занимал я. Да, у меня занимал. Лабы дают плюс 4, вау, это мне неплохо подфартило с ученым. Озарение одной случайной технологии — авиация. Блин, что, перс, у тебя закончилась уголь, да? Да, самого закончился. Я пока могу выдавать уголь персу тебе, если надо, в качестве оплаты. А вы что, вы еще больше перса хотите забустить? Да, да вы... Ну я ему денег должен. 265, это 100... Давай, я не против. По какой цене? Надо. Ну ты сколько можешь предложить? Сейчас у меня 25-25, но 4 захода у меня накапливаются. Угу. Будет больше, я тут вижу, где еще можно построить. Или Лёша там как-то может тебе тоже отсыпать. Ну скинь мне 20-ку и будем в расчете. Что-то слишком дешево откупился, если честно, тогда. Перс предложение. А я тебе 7 могу всего продать, почему? Чингисхан, нам надо вот так сделать. Я тебе кинул предложение. Сейчас, секунду, я тут с карточками разбираюсь. А, подожди. Кинь еще раз Венкельмит. Я тут это... Все. Я понял. Так, гранты... Не знаю, мне кажется, тут нету смысла зоопарк строить. Я бы продолжал гранты читать.
Следующим ходом... Так, а давайте-ка я куплю... Ага, спасибо. А, уже тагма не покупается, да? Значит, танки. Пока общевойсковую бригаду, наверное, отложим. Поехали в химию. Через экономику. У кого? Около Нидерланда. А, это же нанятые. Мушкетёры, я ими открываю. Твои города. Не, хорошо, просто мало ли вдруг там... Да ладно, мушкетёрами на 118 ходу. Не, ну можешь повредничать, знаешь, там пограбить, что-то такое. Ну, у нас союз с тобой, блин. Кто-то что-то не защитил нифига у себя. А, блин, еще не показался один ход на меня. Блин. Эх, не успел города твои открыть. 509 науки у... Было только что у этого... У Кира. Византия, вот так вот? Я объявил войну Египту. Ах ты, ёперный театр. А ты с ним в союзе. Вопрос, зачем в Египте, когда 120? Усилиться за его счет, зачем? Есть подозрение, пока ты будешь усиляться, там чел улетит. Ну да ладно. Танк тупо, чтоб был здесь. Так. Год рейтинг для меня. Давайте салоники пока Амани назначим. Можно будет тебе еще кину, Кира? И пингалу на гранд. Тебе деньгами, Леша, или углем тоже можно? А давай углем. Кинул. Мгновенно обосновывается. Так, давайте. И, по-моему, тебе, да, еще должен Клеопатра? Совсем вернул долги? Еще, вроде помню, да. Нет, и только 10 угля. Да, еще тебе, еще тебе кину, да-да-да. Ну, в смысле, я имею в виду, что начал, ладно. Еще давай. Предложение, Рим. Ага. Так, два заряда, давайте, наверное, сюда... Монгол тоже сделку кинул. Будем вырубим тропический лес. А, подожди, я тут отказ... Отмени монгол, я приму Кира сделку. Венгермина, выбей Хатусу, потому что ее сюзеренит этот... Он очень много с нее лутает. Да? Угу. Ща. Блин, Кардиф я уже захватил, но... Не, Рим, не надо. Окленд. А что там? Я же тебе должен был. Да. Прощает? Да, прощает. Тебе совсем все плохо, Жан? Но тут просто танки.
А. Не, давайте в химию все-таки. У тебя же, Лёш, танки нефть не требуют, да? Да. Да. Это как танки нефть не требуют? Что апнутые, да. И стагм. Нифига себе. А это баг или это фичи, типа? Нет, ну, в смысле, тагма не требует ресов на содержание. И дальше апнутые дальше не требуют ресов. А, вот так вот это работает? Ничего себе. Неожиданно. Сейчас минус 3, потому что вот это не апнутые, это я купил. Но я их объединю с этими, понимаете? И все пройдет. Тут у нас холмы. Один заряд, ланта, лесопилку. Раз один заряд. Короче, Рим, ты ходов через 15, наверное, эти гранаты обратно получишь. Что? Я говорю, гранаты обратно получишь. Не, они сейчас не падают, но я в темный век, скорее всего, провалюсь. Да, я тоже в темном. А на следующий ход? Чем на следующий ход? На следующий ход тоже в темном? Ну да, скорее всего. Ну тут типа 2 очка мне, чтобы... Короче, не знаю, что-то у меня танк плюс 10 и около ШД-то не имеет. Вот против юнитов. Просто нет у него такого, такой характеристики, да? Ну да, я имею плюс 3 от таксиса имею, и все. Так что я не знаю. Там, наверное, знаешь что? Там, наверное, на рукопашных имеется в виду. Хотя боевой всех юнитов данной религии. Фиг знает. Да у Византии очень странное описание. Там вообще написано, что... Нет, это не для Византии, а вообще вот... А. То, что в Конгрессе. Вот мировая религия плюс 10 к мощи всех юнитов данной религии. Где это? У меня нету. Это ты именно атаку смотришь? Да. На кого ты направляешь? Ну, на Египет. Давайте дворец Патала вот здесь построим.
Ну, голландец зачем? Это твой был? А чей? Был, я думал, а ты с кем-то еще воюешь? С Римом. А зачем ты с Римом воюешь? Ну, я он не хотел мир заключать, я ему кидал приглас. В смысле, ты мне не кинул, когда... Кидал, давно еще, давно, нет. Это давно, а сейчас вы с монголом заключили мир, а мне что-то кидаешь. Да, я не особо... Вот, а я подумал, что может ты что-то нехорошее затеваешь. Нет, увидел тебя летом и убил. В итоге убил Лёша, я правильно понимаю? Да, убил мне юнит. Я тебе кинул приглас на мир. А, все, ты принял. Куда улетаешь? Кри. Ой, Кри. Да, у Перса надо спросить, куда уходит все. А что Брюссель делает? Куда уходит старый год? Да? Представитель чудес света. Сказал, а давайте-ка засоюзим. Ну, так тоже можно. Да что, кто-то мне постоянно войну объявляет. Монгол, ты мне войну хочешь объявить, что ли? КГшек пересиживают. Танки тут катаются. А я пишу кататься, если я сейчас Римом... Просто катается на танках. Чё непонятно? Монгольская народная забава, катание на танках. Бессмысленно сюда, мне кажется. Я отправил. Надо куда-то... Давайте к монголу в Нью-Йорк. Блин, где можно еще взять 12 очков по-быстрому? По-быстрому. Так, трех, не трех мушкетеров мне надо, а три линейных этих пехотинца. Раз. Так, давай ты там в не выходи. Два. Нормальный век. А то мне сказал, что я могу города свои забрать, и я такой, оп, почему нет? Давай без грязи. И три. Ускорено. Священное место. Ну, ладно, банк давайте. У нас с деньгами постоянно какие-то проблемы. Конечно, понимаешь, я по науке дико отстаю от перса. Ну там Хаим. Я ну там вверх на него монгол идет. Правда, под Лешем. О! Я предлагаю против тяжелой кавалерии. А я предлагаю я за тяжелую кавалерию. Подождите, за тяжелую кавалерию, потому что там монгол на перса будет нападать тяжелой кавалерии. Да, Египту же. Это ничего не поможет уже. Я согласен, я все кидаю в тяжелую кавалерию. А бред, что? Бред. Прости, Египет, но перса надо убивать. Там перс ну же... и претензии пускай 100% перс генерирует. Да, согласен. Монгол, ты же пойдешь на перс? Честно, монгол получает плюс 5 кавалерий и на меня. Шла тяжелая кавалерия, хотя там вбрасывали Египет и Перс как раз против. Отлично. Кинул. Проходите. А если на торговец не может создать торговый путь никуда, что это значит? Значит, что ты не достаешь ни до кого. Да, это неправда. Я не могу, у меня в упоре стоит вот монголовские города хотя бы. Прям перед носом 5 клеток. Торговых путей количество все в норме, 7 из 7. Так 7 из 7, это как раз не норм. Почему? Ну, у тебя фул. А, он же будет зелененьким подсвечивать, да? Ага. Спасибо.
Этот один город в Тундре вырастет через 173 хода. Ну, отваливаться будет, конечно. К своей цели. Ага. Присоединяй этот город государства к вашей империи. Что, Магадиша, что ли? Я не знаю, куда мне этого торговца использовать, честно говоря. Великолепно. Уран у Перса и у Нидерландов. Че, у Нидерландов есть уран, да? Ага. А у Перса сколько урана? И сколько у меня? Кстати. По одному у вас. Ладно, позже открою. Все равно ничего сделать не могу. О! Наверное, сюда надо, значит. Хир. Ладно, подождем. Не знаю, ну ни Аншан, ни Лавенту я не хочу присоединять. Возможно, Магадиша, если только. Давайте как-то вот сюда отправимся. Хищение шедевра мгновенно обосновывается. Мне просто интересно, как ты сейчас эти города будешь брать с другой гор. А я ему ничего не сделал. Угу. Так, потерял. Что-то грех. Урона вообще нету. У тебя танки, корпуса, и ты еле-еле пробиваешь город 74? Ну, ничего, что у него 600 науки. Вы либо как-то в это вот великолепное времяпрепровождение включаетесь, либо типа ну, просто улетает, либо вас ядерками убьет, потому что у него есть урон. Так ты же мешал развиваться. Помимо тебя у нас еще 3 человека есть. Ну, вообще Голландия, мне кажется, как-то должна поучаствовать. Там ядерку приехать, кинуть. То есть, как бы вам, соседям, неудобно участвовать, а кому-то там из-за 3-9 земель удобно. Интересно. Ну, чувак, ты главный соперник для Перса. Если ты не хочешь сам его стопать, то... Не знаю, почему мы это должны делать для тебя, потому что тогда побеждаешь ты. Так у меня под волком монгол, он в любой момент развернется и меня убьет, я для него корм просто. Он не может развернуться в любой момент, потому что он сейчас у Перса. Он может развернуться 10 ходов, примерно вот столько. Да не, я тут больше. Даже больше. Не, да, они очень далеко друг от друга. Ну, в плане армии текущей, я думаю. Мне быстрее, короче, через порст кургосветку сделать, чтобы прийти домой, чем обратно возвращаться. Одно очко получить. Есть какие-то вообще варианты? А тут танк просто у меня не армия, поэтому так тяжело. Так, тут продолжаем. Слушайте, вот тут пригород точно нужен.
пожалуй, сюда поставлю. Чтобы не убирать ничего. А, у него еще. Блин, нафига я это делаю? Ну, получается, поздравляем Кира с победой. Ну, в Тарсе вообще-то он не работает, потому что там православие, если ты не видишь. Ну, а дальше-то как идти? Или ты успеешь все перетей, и я не успею. Подожди, кроме того, защитник веры, это у него католицизм? Так у него не все города обращены. Ну, как-то не все, вот все, что я вижу, все католицизм. Ну, те, которые движутся, там вот выше Тарса Спарда, например, которая не обращена. Ну, пусть до нее дойдет сначала. Ну да, это тоже интересно, я эти-то города вряд ли. А зачем ты мне тогда взял открытые границы, если ты через меня не нападаешь на него? Я через тебя вон иду, сверху танк прошел. Тебе надо было как раз вот через мои города, и я думал, ты вот так и сделаешь, типа, и нападешь там. Ты думаешь, что в городе долбиться? Так, из некомедии на деньги. Тут жду. Ну, это просто хочу все апнуть сначала. Ладно, в танке. Лёш, можешь в качестве компенсации убить моего разведчика под Адрианополем. Да ладно, я не кровожадный. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео.